Привет, я ваша Аня. Хлебушек. В среднем хлеб стал 60-80 рублей. Его всегда много. Кондитерская. Большой здесь отдел кондитерского. Торты стали по скидке 800 рублей. А так тот стоит 1000, 1300, 1700. Пироженки. 9 пирожных стоит 2000 практически. И вот этот пирог, это по скидке за 940 рублей. И вот 4 пирожных по скидке стоит 660 рублей. Йогуртовый торт 730, это по скидке. Колбаса по скидке, не фермерская по скидке, стоила 1660-600 рублей. Это говядина, вяленая, балык. И буженина за 600 рублей, стоила 1400. Сало по скидке. Это все фермерское. Рулька. За 800, но рулька невкусная. Сегодня кокосовое масло по скидке 270 рублей. Масло обычно есть вот по 109, по 140. Там остальное подороже. 200. Сливочное масло. Пакетики стали страшненькие такие у молока. Совсем такие черныши. Зелень здесь дурных цен стоит. 700 рублей лук, 700 рублей петрушка, 700 рублей укроп, кинза 900 рублей. Так, что у нас еще? Тут бананы 66 рублей. Салат айсберг 100 рублей. Капуста 16. Ау! За 20 рублей, да, можно взять хорошую картошку за 20 рублей. Расфасованная, вот хорошая вот эта. Да. Ну, мы с тобой всегда на одно смотрим. 20 рублей килограмм. Достаточно хорошая картошечка. Красный. За 50 бочки красивые, твердые, 84 рубля, 85 килограмм. Вот внешне кажется, да, что женщина обычно одета. У нее сумка Hermes, крокодиловый кож, туфли Шанель. А выглядит абсолютно средненько. Девушка идет, сумочка Fendi, шарфик Dior. Немного внешне, ну, обычных людей, а сумка Шанель, кофт, пальто Макс Мара. Ананасы 130 рублей и другие ананасы 500 рублей. Хурма 200 рублей и 100 рублей. Это вкусное. Это тоже вкусное. Это селедка отвратительная, которая написана селедочка на перекус. Там один лук. Там селедку найти сложно. Цена на карт заметно меньше народу стало. Тапочки Гуччи меховые. Кулинария, пицца, пирожки, булки всякие, сосиски, салатики, слоенки, чебуреки. Люди любят покушать, переходить. Тыква 19,
19 и маленький размер, как раз очень удобный. Фасованный лук 18 рублей. Тыквы 39, вот это зелененькая, вот такая оранжевая 19 большая. И мускатная 49. Тыква-фонарик 59. Фонарик, я не... а вот это, наверное, тыква-фонарик 59. Лимоны 110. В этом году яблок много. 80, 110, 120. 180. Кишмиш 170. Красный. Кофе и 90 белый кишмиш. Здесь еще у нас есть виноград 80 рублей, красный виноград упакованный 160, красный не упакованный. А вот этот стоит 90 и этот 170. Черный Мерседес называется виноград. Ассортимент рыбы. Желтохвостики сегодня 230. Нерка есть за 800 рублей. Горбуша 360. Рыба-попугай голубенькая 2000. Филе тунца 1200. Рыба-меч 2300. Креветки. Рабан. Большая креветка. Осьминоги, барабули. Кальмары маленькие, большие, мидии, морской гребешок, сибас, радужная форель. И это только, и там еще всякие караси, и лосось, форель, дикие, холодные, морские, северные. Так, 1200 радужная форель, а лосось атлантический 1600, 2300. Стоит форель чищенная, уже филе лосося, стейк лосося 2000. Это вот пишут, дикий лосось в нашей сети, новый улов уже тут. Селедочка на перекус за 49 с клюквой и без. Макарошки фирма Ашан по скидке сейчас. Кетчуп, сахар. Сахар у нас 51 рублей. Это полкило. На килограмм сахара стоит 65 рублей. Песок. Девушка красивая. Тут у нас есть по кофе. Кофе 1400, 1030, 300, 1400 есть по скидке, 1400 карт-нуар, карт-нуар, 1400. Капсулы пропали, их мало. Швейцарский шоколад, сделанный в Латвии, сегодня по скидке. Натуральный этот. Темный шоколад 70%, чистый без добавок. И здесь тоже чисто без добавок. Это будет молочный. Это темный шоколад, это молочный. Самое интересное, у нас в Латвии все границы закрыты. Откуда шоколад? Я про то и говорю. Откуда? Помидорчики 150 из фруктов, из калинка 150 рублей. Вот что есть, клубника есть, она всегда есть, голубика крупная очень, ежевика, клюква, калина, брусника, облепиха. Физалис, ну, всякие экзотические, гранадилы, карамболы, желтая манго, манго спелая, драконий фрукт и авокадо, курма, гранаты,
сейчас 9:30 утра. Ну, в основном пенсионеры. Но вообще народу стало меньше. Что у нас тут? Рис 109, рис 190, рис 160 килограмм. Моцарелла 35 рублей по скидке. Сегодня купили клюква. Калина и клюква. Редька, тыква. 19 рублей. Это на 14 вышло, это на 11. Мойва, селедка, шоколадка. Швейцарский шоколад выпущен в Латвии. 70% темный шоколад и молочный. И сырки по 19 рублей. Коровка из кореновки. Вот все мои покупки. Где-то около на 1000 рублей.